торопись с едой, Карл. А что такое? А то такое, что я-то тебя знаю. Пока я тут умываюсь, так там-то на столе ничего не останется. Останется, не волнуйся. А? В крайнем случае, ну? Хозяйка еще раз сходит в погреб. Думаешь? Не так ли, хозяйка? Так, ясно, вельможный пани, так. Ну вот, я так и знал, что... Ведь вы, белорусы, нас любите. О! Только боитесь сознаться в этом. Яненька, Яня. Не знаю, как ты, Карл, а я люблю с молоком. И я. Говорят, что мы, немцы, всюду любим вводить свои порядки. Чепуха, черт побери. Я в Польше, но я хочу пить кофе по-варшавски. Эй, хозяйка, хозяйка, дайте к нам молока. У нас нет молока. Нет молока? Жалко. Жалко. Ну что ж, Карл, придется пить кофе по-берлински. Позвольте мне войти. С моей девочкой плохо, я не знаю, что с ней. Она очень больна. Яненька! Может быть, она просто голодна? Я сейчас дам ей пить. Яня! Вы ведь сказали, что в доме нет молока. Что ж вы молчите, моя дорогая? Ведь мы друзья. Господин Оберст убежден, что вы, белорусы, нас любите. Ведь не может быть, чтоб вы пожалели для нас немного молока в кофе. А? Ведьма! А я выбрался. Нет, вы не знаете, что такое фашизм. Знаем.
улетела наша трясогузка. Нет здесь спокойной жизни. Хорошая трясогузка. Из класса млекопитающихся. А это что за птичка? А ну-ка дай. Это другой породы. Стервятник. Из класса фашистских бомбардировщиков. Внимание, внимание! Слушайте, слушайте! Передается чрезвычайное сообщение штаба местной противовоздушной обороны. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Ну-ка, товарищ селянин, возьмете 5 бойцов, направитесь к месту падения, действовать по обстановке. Есть, действовать по обстановке. Идите. Вот это да. Обыскивали? Ну-ка, обыскать. Есть обыскать. Комбинезончик-то придется снять. Снимать. Ошисен, замеснись. Хюрн, замеснись, зага. Задурш, замеснись, ошисен. Вас, вас. Он просит его не расстреливать. Он этого не любит. Ах, не любишь? Прошу, я тебя обыскиваю. Стой, стой, стой. Вас сдаст. Вас не даст фюрер. А? Глох. Это у него за Польшу. За сербов. За Грецию. А это что значит? А это за Бельгию. Ну, все ясно. Специалист по детоубийству. Да. Его специальность бомбить мирное население и наводить панику. Продолжайте дальше обыски. Снимайся у кого? Это что это? Ух ты! Ну что здесь написано? Sei immer der Erste. Это что значит? Будь всегда первым, Адольф. Но ты у нас не первый. И, конечно, не последний. А что он на вас, товарищ Пчелкин? Знакомый, что ли? Да не знаешь же, он на меня смотришь дальше на тебя. Ну, к черту. Да он не на него смотрит. Он на сало твое смотрит и на хлеб. Напрасно смотришь.
Не есть вам, гадам, нашего сала. И хлеба нашего вам не видать. Опять прилетела. Настойчивая. Не будет ей нынче спокойной жизни. Вам кого? Няня, не узнаешь? Это же я, Вилли. Вилли? Вилли! Виллинка! Родной ты мой, заходи, мать. Здравствуй! Здравствуй, старуха! Ну вот, и свиделись. Не было счастья, да несчастье помогло. Ах, мой милый. Да, ты уж меня извини. Поезд опоздал. В гостиницу не пускают поздно. Я уж к тебе. Господи, вот уж и не думала ты, ну миленькая, вот. Милый. А это кто? Ишь, раскидался-то. Война, а ему и дела нет. Внук? Внук. Неужели Марусин? Марусин. Ну, что ты ее помнишь? Ну, еще бы, все-таки она мне сестра молочная. И ты нас кормила, старая. Так, а где же она, Марусин? Паровоз водит. Муж-то на фронте, так она за него. Как война началась, только один раз я ее и видела. Одни, значит, остались? Одни. Да что ж мы стоим, Виленька? Иди, садись, рассказывай. А я ведь здесь ненадолго. В военной командировке, да. Спешное дело, нужно быстро закончить. И обратно в Свердловск. Домой, домой.
Да, к тебе же у меня просьба. Что такое, Виленька? Завтра масса дел, а мне на люди стыдно показаться. Ну, приведи ты меня в порядок. Батюшки мои, Виленька, да где же это ты так, а? В дороге, в дороге. Ай-яй-яй-яй-яй. Выехал, честь честью, в мягком вагоне, но пока доехал, всего попробовал. Последний перегон ехал на лестнице между вагонов. Позволь. Ну, задремал. Зацепился за крюк. И спасибо, что под колеса не попал. Скажи, да. Милость, а? Бедный ты мой, а? Пожалуйста. Ну, снимай. Я жива. Да, но что бы мне вместо этого пока накинуть? А вот костюм зятя накинь. Вот чудесно. Ну, не побрезгуешь? Нет, зачем же брезговать? Очень хорошо. Давай, давай. Нет, спасибо. Ты пока выйди, а я переоденусь. Застеснялся. Да нет, но... Ну, хорошо, хорошо. А я пойду чайку согрею. Вот и хорошо. Да-да? Пожалуйста. Варенье. О, и масло. Тебе покрепче, послабее. Покрепче, покрепче. Вот и не знаем, какой теперь любишь. Ну, посмотрим. Что у тебя тут? А ведь я думала, вы совсем уехали. Нет. Папа верно хотел. Но мы с Ленкой разговаривали. Нет, нет, мы так в Свердловске и остались. И хорошо сделали. Ну, Густав Токарович человек пожилый. А вам, молодым, что там в Германии-то делать? Жив ли Густав Токарович? Умер. Вот уже 6 лет. Царство ему небесное. Хороший был человек. Совсем за родную меня считает. А ты и была для нас как родная. Родная. А сам меня вспомнил. Хоть бы раз письмецо написал. Ну, а что писать? Правда, иногда хотелось, но потом... Ты знаешь, какое у нас тогда было отношение к немцам? А какое такое отношение, коли ты честный человек? Ну, все-таки, знаешь. Вот и сейчас. Зашел я к тебе, не удержался. А может быть, и не следовало? Как это не следовало? Ну, а вдруг тебе от этого неприятности будут? Да какие же неприятности? Человек ты советский, не какой-нибудь. В Ленинграде по командировке. Знаешь, время военное, в чужом городе, и потом это... Прописка, я ведь без прописки. Тебя здесь никто не видел? Нет, никто. Ну, вот и хорошо. А я старая болтать не буду. Лучше не болтать? Как хочешь.
Бояться, конечно, нечего, но береженого и Бог бережет. Я тоже так думаю. А народ стал подозрительный. Беда. У нас сосед, милиционер. Так этот милиционер говорит, чуть кто, говорит, на немца похож, сейчас к ним ведут. К тебе-то не приставали? А что же ко мне приставать? Да, да какой ты немец. А. Ты на немца-то не похож. И кого только не водят, и военных, и штатских, и железнодорожников. Вот как ты сейчас. Ну, конечно, больше все зря. Приведут, проверят и отпустят. А как бы и впрямь какой не пролез. Ну, кто пролезет? Ну, неужели ты веришь этим сказкам? Ведь они у меня тут были, а? Няня! Няня! Ты что ты делаешь? Нет, сейчас же затемнение. Тебя оштрафуют, няня. Ах ты, господи! Вот дура старая, а! Никак не могу привыкнуть. Так вот я и говорю. А вдруг подкинут? Из Германии, либо там, скажем, из Финляндии. Скажешь, не может этого быть. Ну, подкинут. А дальше что? Куда он пойдет? Будет спрашивать, где что. Ну и попался, и пропал. А зачем же спрашивать? Другому и спрашивать не надо. Другой не хуже нас с тобой знает, где у нас что. Ну, знаешь, откуда немцам взять таких? А мало ли откуда. Хорошо, ты не поехал в Германию, не захотел. А другие-то ведь поехали. Ты из твоих же товарищей. Там у вас всякие были. Ты чего смеешься? Знаешь, если бы я тебя не знал, то можно подумать, что ты, как это говорится, прощупываешь меня. Честное слово. Ну, Господь с тобой, ну... Ну, придет же в голову такое-то. Ты куда? Да надо же мне тебя покормить. Пойду на кухню, приготовлю чего-нибудь. Постой. Ты что это? Виленька. Не с места. Я говорю, не с места! Люк! Где его? Ну! Где револьвер? Говори! Фашистскую сволочь я на свое горе выкормила своей грудью. И хоть случаев было много, ни разу не придушила.
за что себя кляну. И ответ держать готова. Хорошо, тетя Паша, запишем и это. Не волнуйтесь. А вы что можете добавить? Я прошу об одном. Я не хочу, чтобы ваши газеты писали о том, что глупая старуха и мальчишка, сопляк, перехитрили офицера германской армии. Что делать, господин офицер? Что делать, если глупая, как вы говорите, старуха оказалась умнее офицера германской армии? Пошли. Ну-с, разрешите получить, молодой человек? Отдай, отдай, отдай. Спокойной ночи, тетя Паша. Спокойной ночи, товарищ Григорьев. Надо идти, милый. Скоро пойдут патрули. Успею. Вот здесь немного хлеба возьми. Не надо, не надо. У меня же нет маленьких в семье. Не знаю, что будет дальше. Ребята даже не просят у матери хлеба. Вот когда она возвращается домой, они только смотрят на ее руки, не принесла ли она еды, и молчат. Добрый вечер.
Читать умеете? Впредь до особого распоряжения запрещается населению после 22 часов выходить из своих домов и находиться на улице на всей веренной мне территории. Но, господин офицер, еще же не 10 часов. О, вы ошибаетесь, красавица. Сейчас уже 10 минут 11. Прошу убедиться. Мы не злые люди, детка. Мы добрые люди. Да, я добрый человек. Один поцелуй мне. Два моему товарищу. Потом, может быть, еще один мне. И ты можешь отправляться спать со своим сопляком. А может быть, у тебя еще есть хлеб, а? Сорок четыре, 45, 46. Данила. 47. Данила. 48. Твой старик забыл пиджак. Передайте, пожалуйста. Господин офицер. 49. Такую красотку. Ты знаешь, я не люблю брюнеток. Что вам угодно, господа? Прошу вас, доктор Крапыч. Возьмите его. 70, 71, 72, 73. 74, 75, 76, 77, 78, 79.
Юнкеры. Они берут всех. Врываются в дома и берут. 100 человек за одного убитого. 92. 93. 94. 95. 96. Пять. 97. 98. 99. 100. Господин офицер! Господин офицер! Это ошибка! Я убил вашего солдата. Не трогайте остальных. Я ударил его ножом, а потом застрелил другого. Неправда! Это я застрелила другого! Кто первый? Не трогайте ее! Она сказала вам неправду! 102? Она не виновата! Замолчать! Кто виноват, определяй! Все виноваты, все 100 будете расплачиваться. А ты, твоей сербской шлюхой, вы еще узнаете, что такое справедливая немецкая месть. Спать хочется, а тут еще столько возни. Долго будут могилу рыть. А расстеливать это быстро. Здесь все нужно управиться. Что-то теперь будет с матерью. Не беспокойся, отец. Соседи ее накормят. И урожай соберут. Вам не видно, мои идут? Идут. Старик мой хромает. Немного. У него ревматизм, ему нельзя ходить. Мила. О чем говорил твой отец? О матери. Она же идет с нами. Отец не видел ее. Он думал, что она дома. Спит? Спит. Через час проснется, когда есть захочет. А может, или проснется? Ну что вы, не надо об этом думать. Осторожно, доктор. Не разговаривать. Простите, я, видите ли, потерял свои очки. Молчать! Милош, да. Ты знаешь, что везут в грузовике? Знаю. Нас заставят рыть себе могилы. Передай, как только раздадут лопаты, я скомандую. Бей. Ладно. Отец, ты слышишь меня? Слышу. Когда раздадут лопаты, Юрий скомандует. Бей. Понял? Понял. Передаю. Сосед, ты меня слышишь? Слышу. А лопату зачем? Могилу тебе будем рыть. Могилу? Слушай, нам терять нечего. Когда раздадут лопаты, я крикну. Начинай. Понятно? Понятно. Передай всем, чтобы приготовились. Хорошо. Ну-ка, слышишь? Еще далеко? Через 10 минут будем. А ну-ка, быстрей! Марш! 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 Доктор, господин доктор. А? Тише. Делайте вид, что вы ни с кем не разговариваете. Доктор, слушайте меня. Когда раздадут лопаты, Юрка крикнет «бей». Поняли? Понял. Передайте дальше. Ах, понял. Я передам, передам. Слушайте, девушка. Господин доктор, вы меня слышите? Да подождите, слушайте вы меня. Когда раздадут лопаты, Юра Горошанин крикнет «бей». Поняли? Бей. Передайте дальше. Доктор, сзади решили так же. Только там условились, что Прокич крикнет «начинай». Хорошо, молодцы. Только передайте, что команду подаст Горошанин. Пусть будет одна команда. Хорошо, передам. Может, поживем, доктор? До гор близко, а там партизаны. Тише, тише. Может, и поживем. Эта прогулка пошла им на пользу. Ну, теперь давайте быстрее. Стой!
Разобрать лопаты! Отходить по одному! Сами себе роют могилу, а лопаты берут с удовольствием. Рабы. Направо! Три шага вперед! Марш! Вот здесь рыть яму! По местам! Пора? Рано. Я его. А ты? Обер-лейтенанта. Господин доктор, вот ваши очки. Пора. Рано. Проклятая сволочь! Ясные свиньи! Я вас сейчас расстреляю! Кто начал это безобразие? Что происходит? Кто виноват? Пора. Что вы сказали? Я виноват. Опять вы? Работать не хотите? Хочу! Начинать! Начинайте работу, друзья! Фашистов! На Родину! На свободу! Забирайте оружие, дорога к нам открыта. Ну вот, ей захотел и проснулся. Ну что ж, корми.
Ухожу на фронт добровольцем. Целую маму, папу, Настю. 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 Постараюсь оказаться достойным сыном родины. Петя. Товарищ, куда вы идете без очереди? Нельзя, ну, Молния! Берлин, Гитлеру. Не советую. Пробовал, не вышло. Наполеон. После 90.